Очень символично, что в эти дни Россия проводит парад победы в городе Москве на Красной площади и во многих городах субъектов Российской Федерации. Приятно сознавать, что в эти же дни Чувашская Республика отмечает свой вековой юбилей. Именно 24 июня 1920 года была образована автономная Чувашская область, которая впоследствии была переименована в Чувашскую Республику. Чувашская Республика по праву сегодня занимает много лидирующих позиций по ряду обстоятельств. Мне хотелось сказать, что указ президента Российской Федерации, который вышел еще в позапрошлом году о праздновании и города Чебоксары, и Чувашской Республики, говорит о том, что Россия любит, Россия уважает Чувашскую Республику. Мне хотелось сказать, что как бывший представитель космической отрасли, на сегодняшний день из 123 космонавтов Чувашскую Республику посетило более 60 космонавтов. И каждый из космонавтов дает высочайшую оценку Чувашской Республике, городу Чебоксары и особенно селу Шоршево, где родился Андриан Григорьевич Николаев. Мне хотелось бы сегодня от имени многочисленных земляков, проживающих в Москве и Московской области, горячо и сердечно поздравить весь чувашский народ с этим замечательным юбилеем. Ветеранам войны, труженикам тыла, доброго здравия и социального благополучия. Всем, кто работает на производстве, в сельском хозяйстве, новых свершений и новых побед. А молодежи хотелось пожелать не только гордиться, не только знать наших великих людей Чувашской Республики, но и умножать их дела. Я горжусь тем, что я родом из Чувашии.